Приехали опять к Мише домой. Всегда у него. Ребят, короче, я только что, ну, вы знаете уже, это чей-то дом, наверное, если вы следите за всеми новостями, а если вы не знаете, то это моя подруга. Это Лиэм. Вы помните Лиэма? What's up, guys? Ему, короче, только что подарили подарок на день рождения, и это нож. Вот смотри, что здесь? Yeah. Fire in front of my face. Ну и вот, сейчас мы здесь, и помните, я вам говорил, короче, про эти фонари? А, нет, я вам это не говорил. Погода офигенная, просто ветерочек такой, знаете, и вообще местность здесь офигенная. Только что ездили по делам, и вот, только что приехали. Да, сейчас. We about to go fuck something up. Сейчас он начнет шмалять. Я не знаю, он куда-то убежал. Теперь его хрен найдешь сейчас. Давайте посмотрим, что он там делает. А, вон он, нашел его. А, неплохо. Я не знаю, человека бы не убило, но глаз бы выткнуло точно. Я не понимаю, как эта стрела оттуда отскочила сюда. Короче, это было супер. That's pretty cool. I can't go swimming. You wanna go swimming later? Yeah. You wanna go swim in Russia? Where do you go, Russia? Here. Привет, Russia! Round 2. Наконец-то. Все. Чувствую себя теперь хорошо. Yo, guys, should I shoot him? Should I shoot him while he's out there? I might do it. Короче, сейчас. Короче, смотрите, я нечаянно взял и пробил этот. Блин. Я не хотел, что-то. Yeah, right? It would be so fucking funny. Короче, мы у моего друга опять дома, и да, мне кто-то написал в комментариях, ты походу у них живешь, ну, по крайней мере, ешь. Да, я здесь, по крайней мере, и ем, и живу, поэтому нормально все. We have that. Это серьезные люди здесь. Посмотрите, как выглядит это все место. Настоящий бардак. Тут, короче, пипец, все заставлено. Я вот о таком в детстве мечтал. У них здесь просто там валяется, знаете, как мусор, короче. Уильям, wanna fight me? Это как компьютерная игра, просто в реальной жизни. Как в Call of Duty, знаете, подходит так вот с ножом. Сейчас мы идем, короче, поесть, потому что хочется поесть. Короче, мы пришли в Белый замок. Это так заведение называется. Вы что так пипец про там? I don't agree. Короче, мы сейчас в это. Да, мы сейчас находимся в White Castle, типа Макдональдса, короче, здесь
покупаешь, короче, по мелочи. Они такие маленькие, все вот эти вот бургеры, короче, сейчас вы посмотрите. Но они стоят очень дешево. И хочешь купить это все в большом количестве, вот он вообще маленький. This is gonna be good now, but like later tonight, when it's coming out the other side. Oh, really? We're gonna destroy Michael's bathroom.